Какой должна быть Чебоксарская агломерация? Этот вопрос стал одним из основных на конференции «Глазычевские чтения». В течение 2 дней более 60 специалистов, ведущие архитекторы, урбанисты страны обсуждали модели развития и перспективы городов. Чебоксарская агломерация – сердце Чувашии. Она объединит Чебоксары, Новочебоксарск, а также Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Маргаушский и Цивильский муниципальные округа. Эта территория должна развиваться комплексно, с учетом традиций и особенностей Чувашии, а также уже существующей архитектуры. Для этого к разработке проекта агломерации в этом году приступил Дом РФ. У Чебоксарской агломерации накоплен огромный опыт качественного благоустройства, потому что уже многие годы, особенно в начале 2000-х годов, вообще регион и в первую очередь город Чебоксары были образцовыми с точки зрения комплексного строительства, как в части благоустройства, так и в части жилищной застройки. Сейчас, понятно, конкуренция стала гораздо жестче, но мы видим город зеленым, активным с точки зрения качества человеческого капитала. В разработке мастер-плана учтут мнения самих жителей Чебоксар, Новочебоксарска и близлежащих муниципалитетов. Для этого исполнитель работ, компания Urban Pro, запускает специальную платформу. Это будет веб-сайт chebaksarastrategy.ru, вот, на котором, соответственно, каждый житель города Чебоксары, Новочебоксарска, прилегающих районов, сможет ответить на вопросы и, собственно, может, самое главное, дать свои предложения по развитию территории, по благоустройству, по точкам роста, там, по, как бы, закрыть какие-то вопросы, там, проблемную часть, вот, с тем, чтобы вот мы могли максимально вот учесть, как бы, интересы, как бы, жителей в данном проекте. Мастер-планирование Чебоксарской агломерации – важный шаг в реализации инфраструктурных проектов, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Главные задачи – это проработка развития транспортной стратегии и туризма. Особое внимание уделят Заволжью. Мы ожидаем, конечно же, и таких перспективных видений, которые будут учитывать запросы, прежде всего, молодежи, живущей в Чувашии. На чтениях обсудили первые гипотезы и предположения по развитию Чебоксарской агломерации. Фокусировались на современных подходах, формировании комфортной среды и внедрении цифровых решений во всех сферах городского хозяйства. Мастер-план Чебоксарской агломерации ляжет в основу документов территориального планирования. Мастер-план, он должен систематизировать все существующие документы, так сказать, привести их к одному знаменателю, для того, чтобы и у муниципалитетов, и у республиканских властей было понимание, где мы развиваемся, куда мы развиваемся, и чтобы мы минимизировали конкуренцию за инвестора между муниципальным образованием, а определили те или иные зоны, ту или иную специализацию муниципального образования в рамках агломерации и перестали бороться. На реализацию соглашения предусмотрено почти 40 миллионов рублей, порядка 15 из которых – средства фонда «Дом РФ». Завершить план агломерации должны уже в декабре этого года и окончательно согласовать в марте 2024-го. Анна Цендовская, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика.